ведущей будут две девочки. Они популярные блогерши. Отлично подойдут для нас. Проходите, проходите. Сейчас посмотрим на них. На кастинг Барби пришли две девочки Hair Dorables. Их действительно обожают, потому что они очень популярны в различных соцсетях. Но какие именно куклы здесь попались, мы не знаем. И сейчас это проверим. Пленочка. Еще. Тянем, потянем. Оп. И вот какие они, ребята, очаровательные. Все они блогеры. А также настолько обожают заниматься своими волосами, что каждая куколка идет с тремя разными прическами. И... оп. Открываем. О! Это какой-то городок. Променад на пляже. Hair Dorables. Первый ящичек. Отсек. Это просто мой стиль. Внутри наклеечки и расчесочка, гребешок и бантик как будто бы сделан из волос. Вторая ячейка. Love is in the hair. Любовь в волосах. Телефончик. У каждой девочки идет свой телефон. И босоножечки бордовые с розочками. Третья ячейка. Oh, there is more in the hair. В волосах есть что-то большее. Фотоаппарат. И опять фотография на Инстаграм. Лучшие друзья навсегда. И этот фотоаппарат идет с удобной ручкой. Четвертая ячейка. Сюрпризик. Королева кудряшек. Queen of Curls. И чемоданчик. Она куда-то собралась. Ну-ка, что на фотографии? Хэштег Team Cuteness. Команда милашечек. Они и правда такие миленькие и хорошенькие. Проверим-ка чемоданчик. О, открывается. И место здесь есть. Можно положить туда телефон. Оп, готовченка. И чемоданчик. Ну и сама куколка вот в этой ячейке. Самой большой. Здесь так и написано, открывать ее в последнюю очередь. Последнюю очередь. Вот. И, а здесь шкафчик. И кто же нам попался? Подождите-ка, а я ее открою в последнюю очередь. Вместе с другой куколкой. Пока это будет сюрприз. А пока распакуем вторую девочку. Попробуйте-ка загадать, какая куколка нам попадется. Поехали. Оп. Открываем. О, здесь у нее кабинет. Офис. Вот отсюда как раз она и записывает все свои блоги, влоги и стримы. А мы посмотрим, кто это. Оп. Here we go. А волосы мы идем. Расчесочка со стикерами желтенького цвета. Во второй. You go, curl. Давай, кудряшка. Кто любит кудряшки, девчонки? Как всегда, телефон. И, ой, какие удобные ботиночки розового цвета. Даже кроссовочки с бирюзовыми шнурками. Третья. Love your style. Обожаю твой стиль. Опять фотография в Инстаграм. Лучшие друзья навсегда. И что это, таблеточка? Кто это? А, вот о чем она снимает. Как сделать косички. Понятно. И кажется, это Ноа? Очень даже может быть. Смотрите, у нее такая же таблеточка. Проверим. Блестящий гений. А здесь скейтборд. И хэштег сладенькие. Она любит кататься на скейте. И сама куколка вот здесь. Вот она. Итак, если вы готовы, то проверяем, кто это. Это и есть, кажется, Ноа. Да, очень похоже. Видите, она здесь на скейтборде. Так, о, ну и волосы пышные, припышные, кудрявые. Поэтому она учит всех, как делать кудряшки. Мне нравится, как она заплела косичку на бок. И ее большой розовый красный цветок. Мне нравится ее платье в полосочку, блестящее снизу, около плечей и шеи. И кроссовочки ей сюда отлично подходят. И вторая ножка. Приведем ее волосы в порядок, слегка ее расчесочкой. Вот так. И дадим ей ее скейтборд. А еще таблеточку ей надо ее дать. Вот. И Ноа готова. И ее подружечка. Сейчас узнаем, кто это. Вау. Почему они такие красивые? Мне так нравятся ее фиолетовые глаза. Кофточка блестящая с ананасиками. И шортики. Вау. И волосы тоже фиолетовые. Отлично сочетаются с ее глазами. А сама она брюнетка. О, ну и волосы. Она пришла в сланцах. Оп, наверное, откуда-то только что приехала. С фотоаппаратом. Может быть, хочет сфотографироваться с Барби.
Оп, ведь они ее фанатки. И поправим причесочку. Вот так. Ну что, где они? Здравствуйте, меня зовут Ноа. О, она такая интересная, на скейтборде. Здрасте, Ноа. Чем вы занимаетесь? Я снимаю видео, как сделать разные прически. О, влогер на ютубе? Угу. А сколько у вас подписчиков? Почти 1 000 000. О, так много. Угу. Скажи, Ноа, а у тебя есть какой-нибудь девиз? Конечно же есть. Если о чем-то мечтать, то оно обязательно сбудется. И это написано на моей визитной карточке. Я ее оставлю вам. О, ее любимый цвет голубой. Мне тоже нравится голубой. Отлично, Ноа, спасибо. Кто еще там? Еще ее подруга. О, а вот и она. Здравствуйте. Здравствуйте, Барби. Я только что с самолета, поэтому сразу извиняюсь за вид. Только с самолета? Да, видите ли, я как раз этим и занимаюсь. Путешествую все время и веду об этом блог. Да, я вижу у вас фотоаппарат. Угу, я делаю фотографии и выставляю их на Инстаграме. Чудесно, еще один блогер. А какой у вас любимый цвет? Я очень люблю фиолетовый. И это, кстати, указано в моей визитной карточке. Ой, извините, я немножечко волнуюсь. Не переживай, подруга, все будет отлично. Спасибо, Ноа, соскучилась по тебе. И я. Ну хорошо, девушки, спасибо вам большое. Мы рассмотрим ваши кандидатуры и с вами свяжемся. Если честно, они мне очень понравились. Да, но у нас только одно место. Надо подумать, кого же выбрать. Ой, ребята, мне так понравились эти девочки Hair Dorables. Даже жалко, что Барби кого-то из них будет выбирать. Как вы думаете, кого она выберет? Ноа или Скайлар? Скорее напишите в комментариях. Ой, здравствуйте, милые девочки и мальчики. Я готовлю кексик, а потом собираюсь делать капкейки. Кексик уже готов. Достану его. Нужна варежка. Красная варежка. Под цвет ее красной повязочки на волосах. Оп. Теперь можно доставать. Как вкусно пахнет. Оп. Отлично, как раз то, что нужно. Закрываем духовочку и начну готовить капкейки. Какая же молодец Барби, не заказывает капкейки, а готовит их сама. Мне нравится, как она убрала свои волосы. Ее милая футболочка с капкейком и вишенкой наверху. Написано sweet, сладко. И фартучек у нее тоже весь в разных симпатичных капкейках. А еще она надела удобные белые кроссовочки. Да, я очень люблю готовить, особенно для своих близких. А мы ей помогаем. А знаешь, Барби, я тоже очень люблю готовить. Правда? Да, очень. Может быть, конечно, у меня не идеально получается, но я люблю вкладывать в эту свою душу. А хочешь, посоревнуемся? Да, конечно, давай. Давай, я буду готовить капкейки, и ты будешь готовить капкейки. У нас будет с тобой челлендж. Челлендж? У кого лучше капкейки? Угу. Будет весело. Хорошо, челлендж так челлендж. Мне кажется, у Барби получатся очень вкусные капкейки. А вот свои капкейки я буду готовить с помощью вот такого вот необычного набора с волшебным миксером. Magic Mixer, Magic Mixer. Посмотрим, что делает Барби. А я буду делать капкейки вот с помощью такого набора. О, тоже красивые должны получиться. Этот наборчик рассчитан на 12 капкейков. Да, но я, наверное, весь тратить не буду. Сделаю 6. Будет вполне достаточно. Тем более, что у меня уже готов сладкий кексик. Ну и мы тоже тогда начнем готовить. Возьмем вот эту вот бумажечку, чтобы не напачкать стол. Аккуратненько ее постелим. О, возьмем формочку. У нас капкейки будут в форме сердца и кругленькие. Оп, оп. Готово. А, приятно пахнет кокосом. Вот она наша смесь. И вот кружечка. У меня тоже есть смесь. И вот моя мисочка зеленого цвета. Так, добавлю туда смеси. И хорошенько все перемешаю. Вот так. А мы мешать будем с помощью миксера. Сначала так же, как и Барби, добавим смесь. Так вкусно пахнет. Все добавим. Нужно по инструкции поднять его и установить нашу кружечку. Хоп. Как и у Барби, у нас есть ложечка. Одна большая, а другая маленькая. Нам нужно добавить 2 больших ложки теплой воды. Одна. Раз. И вторая. Давай. Теперь опускаем миксер. О, и начинаем мешать. Аккуратненько. Процесс пошел. Аккуратненько, чтобы не рассыпалось. Мешаем, мешаем, мешаем. Пока не получится однородное тесто. Как работает волшебный миксер. Кажется, готово. Поднимаем миксер. Лопаточкой убираем все лишнее. Вот так вот аккуратненько. И с миксера.
И теперь разместим это тесто по формочкам своей игрушечной лопаточкой. В круглые формочки и формочки сердечки. Круглые и сердечки. Еще вот сюда. Вот. Готово, несем в холодильник. И я уже тоже закончила раскладывать тесто. Вот так. Теперь нужно эти капкейки поставить в духовку. Ой, ребята, смотрите, у нашей Барби точно такая же лопатка, как и у нас с вами. Да, конечно, она очень удобная. Духовочку и капкейки. Вот так. Закрываем. Ой. И ждем, когда они приготовятся. Прошло 15 минут, и значит капкейки готовы. Переложим их на тарелочку. Аккуратненько достанем. Так. Один. Посмотрим, какое сердце получилось. Давай, вылезай. Сердечко. Второй. Следующий круглый. Третий. Переворачиваем. И последний в форме сердца. Четвертый. Четыре капкейка, которые нам нужно украсить. У нас есть розовая глазурь и коричневая глазурь. Давайте попробуем розовую. Возьмем уже чистую кружечку. И добавим сюда смесь для глазури. Ах, видите, какая она розовенькая будет. Я добавила половину пакетика, значит и водички нужно добавить половину. Для розовой глазури 1,5 маленькой ложечки. Значит где-то 0,75 маленькой ложечки. Оп, вот так. Ставим под миксер и начинаем творить свое волшебство. Мешать. Мне кажется, очень мало воды. Мало, мало, мало. Еще добавим. И перемешаем. Процесс пошел. Волшебный миксер работает. Ну, кажется, готово. Поднимаем миксер. Уберем с миксера. Достанем кружечку. Ах, какая у нас глазурь. И теперь нам нужен кондитерский мешок. Он у нас был вот здесь. Здесь у нас 2 кондитерских мешка. Возьмем 1. И носик нужен. Вот, засунем этот носик в этот мешочек. А он просто круглый. А я хотела вот такой вот с формочкой. Ну-ка поменяем. Убираем его. Марш отсюда. И засовываем другой. Красивенький. Идем. И вот. Симпатичный. Стаканчик. Натягиваем на края. И заполняем нашим кремом. Оп. Он подсыхает. Ах, я долго вожусь. Давай, быстрее. Так, и опускаем его, эту глазировку. Спускайся, иди туда, вон туда. Все. Эх, я думала, этого будет много. Мне кажется, теперь этого будет маловато. А мы сейчас посмотрим. Начнем с капкейка в форме сердца. И сделаем его красивеньким и красивеньким. Вот так. И серединку тоже заполним. Так. Вот у нас первый капкейк. Сразу добавим так синюю или розовую декоративную посыпку. Давайте синюю. Посмотрим, что получится. Мы должны насыпать формочку. И сюда, и сюда. И теперь сделать вот так вот отпечаток, да? Как получится. Не получится ведь так. А может мы просто сверху насыпем? А другие капкейки сделаем ровные и их попробуем украсить декоративной посыпкой в формочках. А сейчас просто возьмем розовую декоративную посыпочку. И... Ай-яй-яй. И сверху, насыпим. Один капкейк у нас готов. Нам надо собрать подставочку. 2 стоечки соединяются между собой. Наверное, нужно их вот так вот и жесткие сложить. Не так уж и просто сложить. А иначе они не полезут ведь. Как ломается. Тогда, наверное, может быть, надрезать. Давайте попробуем тогда надрезать. Что будет? Будет вот такая вот стоечка. Я, наверное, что-то не так делаю точно. И теперь засунем. Раз. Нападать будет. И два. И
внутри. А может, все-таки не бояться ее разрезать? Ну-ка, разрежем и подвинем. Нет, она никуда не упадет. О, стоечка готова. И теперь на нее мы можем поставить свой первый капкейк. Красотулечка. Сделаем еще один розовенький. Сразу добавлю оставшуюся смесь. Вот так. Сразу подготовлю мешок уже с круглым кончиком. Кружечку. И натягиваем водички. И начинаем мешать. Хорошенько мешаю. А внизу хорошенько перемешивается. Готово. Достаем, забираем остатки. И заполним. Подождите-ка, я же сюда могу заполнить коричневую глазурь. А то будет жалко вот эти розовые остаточки. Так что это все идет сюда. И на этот раз будем украшать круглый капкейк. А будем его украшать вот так вот. Так. А еще давайте сделаем глазурь по краю. Как получится, интересно. Прям по краю. Вот эти формочки я не могу пока использовать, потому что мне нужно будет перевернуть капкейк и в них обмакнуть. Поэтому я возьму бумажку. Сложу ее. Раз, два, три. Нет, хватит. И сделаю снежинку. Раз, снежиночку новогоднюю. Да? Почему бы нет? Так. И можно еще. Ну, хватит. Обратно к нашему капкейку. Открою снежиночку. Сверху аккуратненько приложу. Вот так. И посыплю синей посыпочкой. Ой, как получится, интересно. Страшновато? Ну, попробуем. Вот. И убираем. Похоже на снежинку. Нет, вообще, как будто бы местами прошелся снег. Ничего, все равно очаровашка. И этот капкейк у нас идет на наш стендик. Можем его поставить на самый верх. А теперь, ребята, сделаем коричневую глазурь. Вот у нас порошок для коричневой глазури. И на этот раз я полностью высыплю. Какая прям... Как какао. В нее нам нужно добавить 2 маленькие ложечки воды. Одна. Раз. И... Вторая. Два. Опускаем миксер и начинаем мешать. Аккуратно. Мешаем, мешаем, мешаем. Все нужно перемешать. Уже пахнет таким, знаете, какао-шоколадом. Поднимаем. Лопаточкой лишнюю убираем. И отсюда, и отсюда. Оп. И теперь все отправляется в мешочек. Все опускаем. И начинаем изготовление вкуснейших капкейков. Теперь мне нужно, чтобы поверхность была ровная. Это у нас кружочек, а это сердечко. Ровное-прировное сердце. Селедочку. Не падай, не падай, сердечко. А теперь попробуем сделать как по инструкции. Так, как у нас сердечко идет. Вот так. И пробуем делать сердце. Хоп. Мне кажется, на розовом лучше бы смотрелось. Давайте по краям еще посыпем розовой посыпочкой. Вот по этим краям. Аккуратненько. Розовой посыпочкой. Вот такой вот капкейк. И его тоже поставим на наш стенд. Только не падай. Вот какой он, красавчик. И осталось сделать последний, 4-й капкейк. Сверху я сделаю также коричневую. Глазурь. Стоять. И серединку. Давай. И еще чуть-чуть. Теперь это все слегка так вот приравняю. Да. И украшу розовой декоративной посыпочкой. Она мне больше нравится. Аккуратненько. Лопаточкой. И сверху его... Смотрите, какой он жесткий уже стал. И сверху я его просто хочу намазать. Потому что он реально очень жесткий. Вот так. На коричневую глазурь. И еще. А вот теперь мы можем украсть эту глазурь голубенькой посыпочкой. Давайте сделаем цветочек. Так, в середине, да? Красотулечка. А вокруг посыпать розовой посыпочкой. Аккуратно, не приближаясь к цветочку. Вот так.
Угу. И еще, ребята, один капкейк у нас с вами готов. Он, наверное, перевешивает. Поставим его вниз. Мои капкейки готовы! Ну-ка. А, сейчас я тоже буду их украшать. Вот так. Ой, ребята, они такие белые. Как же она будет их украшать? С помощью кондитерского мешочка. Как и вы. Смотрите, что она делает. Смачивает в холодной водичке. И что происходит с ее капкейками? Они становятся, посмотрите, красивыми. Еще. И дальше смачивает. А здесь цветочек голубенький, желтенький цветочек, сердечко, декоративная посыпочка и еще один голубенький цветочек. Ну вот, ребята, мои капкейки готовы. О, какие они, смотрите-ка, шоколадные с голубеньким цветочком, белая глазурь с цветной посыпкой, розовая с желтым цветочком, голубенькая глазурь, опять розовая с голубеньким цветочком и белая с сердечком. Так что, ребята, теперь ваше время голосовать, чьи капкейки получились лучше. У Барби? Да, мои любимые. Я надеюсь, они вам понравились. Или у My Toys Pink? А вот, ребята, и мои. Я сделала эти капкейки с помощью волшебного миксера. И мне уже так не терпится попробовать хотя бы один. Попробуй-ка вот этот вот с цветочком. Очень похож на брауни. Сладенький и очень вкусный. Скорее напишите в комментариях. Пока-пока. Пока-пока.